Так, 25 августа. год, Харьков. 4:51 по Киеву. Была надежда снять МКС, но не сложилось. Зато у нас по-прежнему в наявности Луна. И смотри, какой у нас тут замечательный на линии терминатора. Четырехпалый след кратера. Красота. МКС не дала облачное снять, низкое МКС над горизонтом летел, всего 10 угловых градусов, даже меньше, по-моему. И этого оказалось недостаточно, чтобы его увидеть. Ну вот, Луна повыше. Вообще глаз какой-то, посмотри. Натурально, как глаз и веки. Лунный иллюминатор, да, вообще так, это как-то глаз жутковато. Луна выше, и поэтому, даже несмотря, что дымка присутствует, облачность меньше слоеватой дымки накладывается друг на друга. Соответственно, видно много лучше. И в случае с МКС там вообще ничего не видно было. Юпитер сейчас я попробовал поснимать, но там никаких уже спутников, он уже касается горизонта буквально, там градуса 2 угловых осталось. Ну, красное пятнышко. Никаких тебе экваториальных полос, никаких тебе галилеевых спутников. О, кратер Платон. Добро пожаловать. Рады приветствовать. Уменьшу чуть-чуть выдержку, а то как-то слишком все ярко, по-моему. Ладненько, давай. А вон Аристарх. Так, 25 августа 2021 год. Танюшка, с днем рождения. Супругу свою поздравляю. Сейчас иду за цветами. И время у нас 4:55 по Киеву. Ну ладно, сейчас еще один дублик, а потом за цветами.